Маленькие и большие. Сегодня на площади Чайковского собрались школьники, чтобы вместе зажечь огни на классной елке. Ребята ждут появления главного зимнего волшебника. Играют и танцуют вместе. Лапеньки с сучками, а сучки с крючками. Такое совместное времяпрепровождение стало привычным для более чем 40 пар классных друзей. За плечами множество акций, конкурсов, вечеров, которые старшеклассники проводили для своих подшефных малышей. В этом году мы помогаем первым классам как бы реабилитироваться в школе и ставим спектакли для них, помогаем как бы с оценками, с материалом, который они познают, и вводим вот на подобные мероприятия. А сегодня общий праздник «Один на всех». Проект, организованный молодежным центром «Горком-35», объединил на площади свыше 250 школьников и дал старт масштабному зимнему фестивалю городской среды «Выходи гулять», который проходит по всей стране на площадках, отремонтированных этим летом в рамках проекта «Городская среда». В этом году в рамках проекта «Городская среда» была отремонтирована эта площадь Чайковского, и она приобрела совсем иной вид. Мы сегодня видим здесь и детскую площадку, и дорожки. Очень здорово. И как раз сегодня мы с вами здесь, классные друзья, говорим: «Гуляй, страна! Гуляй, Вологда!» «Выходи гулять» скажут в Вологде не один десяток раз. Праздники, конкурсы, всевозможные акции пройдут в разных дворах и общественных пространствах. На карте города более 50 точек, где проведены ремонты. Площадь Чайковского, например, впервые нарядили в праздничную иллюминацию. Дед Мороз вместе с детьми пробует зажечь заветную елочку. Ему на помощь пришли мэр Вологды Сергей Воропанов и актриса и общественный деятель Мария Кожевникова. Раз, два, три, елочка, гори! Яркими огнями засверкала не только новогодняя красавица ель, но и вся площадь Чайковского. Около 20 прожекторов и красочных гирлянд появилось там благодаря спонсорским средствам. Такое поздравление для вологжан, которые все чаще приходят гулять на красивую площадь. Дорогие ребята, уважаемые родители, я хочу присоединиться к поздравлениям. Хочу пожелать вам самого-самого наилучшего в новом году, чтобы все ваши мечты сбылись, чтобы вы не расстраивали своих родителей и учились только на пятерке. Сегодня очень рада быть здесь с вами. И я уверена, что у каждого у вас уже есть мечта. Кем вы будете, кем вы станете. Я очень хочу, чтобы вы эту мечту свою реализовали. Следующий праздник в рамках фестиваля «Выходи гулять» пройдет уже завтра во дворе на Южакова, 13. В этом году он также был отремонтирован в рамках проекта. А 30 декабря новогоднюю ель зажгут в обновленном Ковыринском парке. Ангелина Евстафеева, Михаил Протасов, Вологда РФ.